Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Гордиенко, и одно из моих многочисленных увлечений – это рассказывать о городе Красноярске и его достопримечательностях. Самый популярный и известный путеводитель по Красноярску – это 10-рублевая купюра билета Банка России. На ее лицевой стороне изображен коммунальный мост, который вы видите сейчас за моей спиной. Коммунальный мост был первым автомобильно-пешеходным мостом в городе и на момент постройки в 1961 году считался самым длинным автомобильным мостом в Азии. Его длина 2 километра 300 метров. По этому мосту действительно очень приятно гулять, потому что это последнее творение в стиле монументального сталинского ампира в черте города Красноярска, а также в его отделке использованы камни с заповедника Столбы. Этот мост имеет не только общероссийскую, но и мировую известность. ЮНЕСКО отметила его в своем справочнике мостостроения за оригинальность инженерных решений, примененных при его строительстве, а именно технологии монтажа арок шириной 142 метра, на которых держится дорожное покрытие. Эти арки состоят из двух половинок, которые делались прямо на берегу, потом на баржах подвозились к месту установки, и третья баржа с краном прямо на плаву их скрепляла. Еще один интересный факт. На строительстве этого моста работали знаменитый борец вольного стиля Иван Берыгин со своим тренером. Тогда они были еще простыми водителями грузовиков, которые возили грунт на отсыпку опор. Приезжайте к нам в Красноярск, мне есть что вам рассказать.